О Рождестве святого Иоанна, пророка, предтечи и крестителя Иисуса Христа, повествуется в Евангелии от Луки. Его праведные родители, священник Захария и Елизавета, достигли преклонных лет, но не имели детей. Однажды святой Захария, совершая служение в Иерусалимском храме, увидел архангела Гавриила. Небесный вестник предсказал Захарии, что у него родится сын, предтеча ожидаемого людьми Спасителя. Захария усомнился в этом и был наказан. До исполнения слов архангела он оставался немым. При рождении младенца родители нарекли его Иоанном, именем, предсказанным архангелом Гавриилом. Вскоре после рождения Иоанна Предтечи появился на свет и младенец Иисус. Царь Ирод, опасаясь грядущего Мессии, повелел убить всех младенцев в Вифлееме в возрасте до 2 лет. Поэтому святая Елизавета с сыном убежала в пустыню и долго скрывалась в пещере. Праведный Захария, отказавшийся открыть посланцам Ирода место пребывания своего сына, был ими убит. Елисавета скрывалась в пустыне вместе с сыном до последних дней своей жизни. Сам же святой Иоанн Предтеча вышел к людям лишь тогда, когда наступило время приготовления их пришествия Спасителя, время проповеди покаяния.